Здравствуйте, сегодня с вами Опенько Сергей, видеооператор и видеоинженер видеостудии «Свадьба Видео 01», а также администратор нашего интернет-портала «свадьбавидео01.рф». В сегодняшнем нашем уроке я расскажу, как сделать титры Sony Vegas Pro 13. Заходим в наш любимый Sony Vegas Pro 13, выбираем генераторы мультимедиа, берем сплошной цвет синий, переносим на таймлайн. Затем включаем инструмент PenCrop. В этом инструменте включаем маску. Нажимаем на нижнюю первую ключевую точку и берем в инструментах квадрат и очерчиваем прямоугольник. Здесь можно креативить по вашему желанию. Также хочу сказать, что с помощью этих ключевых точек мы будем анимировать наши титры. Повторяем ту же процедуру, только с другим цветом. Теперь с помощью инструмента PenCrop, маски, ключевых точек и шкалы времени мы будем анимировать нашу подложку в нашем титре. Ключевая точка создается двумя нажатиями левой кнопкой мыши по шкале времени. Чтобы продублировать ключевую точку, мы нажимаем Ctrl и левой мышкой переносим, тем самым дублируя ключевую точку. Погнали дальше, создаем новую дорожку. Shift Ctrl-Q, затем нажимаем правой кнопкой и вставляем текстовый медиафайл. Пишем свой текст, подгоняем, затем пишем свой текст, подгоняем в инструменте PenCrop, затем копируем ключевую точку с красного, заходим, выделяем Ctrl 2 точки, копировать и в тексте, заходим в PenCrop, также вставляем и заходим, от синего вставляем к синему тексту, от красного вставляем к красному тексту. И текст повторяет движение за нашей подложкой. И в конце каждого видео мы ставим любой переход. И сделаем плавное исчезание нашего титра. Я хочу поблагодарить тех, кто подписался на наш канал в YouTube, социальные сети ВКонтакте, и также просто заходит на сайт и смотрит наши фото и видеоуроки. Подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку на сайте свадьбавидео01.рф.